А больница вообще так не похожа, очень высокая, правда? Да. Ну вот тут, к примеру, когда геликоптер это приземляется. Ты знаешь, где он приземляется? А ты? Как ты думаешь? Я знаю, а ты отгадай. Ты знаешь? Да, он там вот, где машины стоят. Он там вот и приземляется. А-а-а. Это зимой были одно, забравши там одну тетю. Там она, типа, ей надо было, типа, сердце там вставлять другое. Ее везли. Еще в новостях показывали. А спину сломаешь, мне кажется, уже сразу человек умирает. Ну, так когда? Не знаю. Мне еще самому, конечно, не было. Спину сломала. Ну так. Скорее бы домой. Сильнее, сильнее, сильнее. Еще, подержи, подержи, не отпускай. Еще, вдох. Так, 23:51. Малец. Уделяй дровар, Малик. Иди. Она. Чего? А не знаю чего. Может быть, жарко из-за того, что было? Может, что были подуши сколько? Да, да. Да. А врач сейчас тебе в понедельник? Да, читала. Тебе врач в понедельник придет? Нет, целый. Нет, одну уже выбросили. Одну уже выбросили? Да, разорвала. Да. Папа, папа, папа. Как ребенок соскучился по тебе? Ну иди посмотри ближе, что же там такое? Ну что тебе хорошего еще врачи говорили? Хорошего врачи еще ничего не говорили. Ничего не говорили. Ты еще долго там будешь? Не знаю. С удовольствием занялась. Яна!
участок. Ну да. Ну, так, подходит. Так, отсосик. Отсосик. Ну-ка, где это? Распатал. Ножнички. Ну, пациенту мы сделали дело доброе. Так, мне бы пот бы, кто бы вытер бы со лбу, а то он уже капает. Пожалуйста. Жарковато. Одна. 23:51. Да. Вот. Ну все, давай. Главное, что завтра выписывают. Да. Как остальная фигня. Сейчас я тебя утоплю, спорим. Смотри.
не учись. А, чё? Ладно. Она же думает. Козы. Да. Сколько я раз я говорю уже? Я тебе 12. Угу. Да. 12. Один раз ты мне только выиграл. Как 12? Мы даже такой партии не играли. Чтобы 12 раз ты мне выигрывала. Как ты можешь мне 12 раз выиграть? Ну, вот так. Как? Ладно, все. А я-то думала, что сейчас один в спорте. Вот было. Тут была ваша папироска. Вона взагалі так пролив. Я кукали і... Как Галка, погоди, это ко мне, это Гилы. Сара время, а потом Романы и Фока уже. Ну, пока Романы. Ну, я баянок у вас, Миша. Сарда кассета продать я. Мои первую часть надо пою. Возьму в ладонь, хотя один твой след, но только тронь мою судьбу. Здесь подморозила два крошки озера, а в них вода, а в них вода, но следа нет. Внутри мои следы, лед расставания. Но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния. По собственным следам, по собственным следам. Дай Бог счастья. Это моей тете я спел. И вот он сразу мне все. Какой большой для меня. Да, такие уж такие длинные. Маленькие руки. А вы же большой, то большой. Сейчас контроль промоем, прочистим, посмотрим, чтобы я вас не мучил. Тише, тише. Нет. Ой, ну что вы делаете? Дам по мозгам. И со мной шутки малы. Что ж вы хотите сделать, чтобы и дергаться, чтобы я вам ухо пробил. Так, все. Ну, вряд ли какой. Молодая еще. Где-то молодой, уже старый. Уже старый, все. Раз лысина есть, то уже все. Это вы такой боль чувствовал? Ну, боль была, боль, да. Потому что да, сделал да, рану, да? Да, да, была боль. Я вам веру. Боль. Заживет? Вот. Ну, так-то поверхность. Ну, ты же не то, что рана большая. Ссадинка такая. Вот в том месте, где, наверное, его. А жить-то хочется? А? Жить-то хочется? Да так и будете. Вы иногда сколько проживете? До 101 года и 6 месяцев и 3 дня, и 2 часа. Почему так? Думаете? А вот я колдун, колдун. Колдун, да. Да. Я ваши слова запомню. Да, вот. Так что смело. Вы здоровы, крепкие. Привет. Ну как дела у тебя? А, папа. Папа, ты папа, Сережа. Возьмешь ты своего сына на руки?
Не, да, боюсь. Чего ты боишься? Да, ну, маленькая. Кукла маленькая. Кукла маленькая ты. Что ты? Ну как? Посмотри. Он большой какой, посмотри. Что ты маленький? Вон, посмотри, какие мы большие. Вот ты видишь, какие мы большие. На человека, не на куклу. Мы блондины по полной программе. О, ты посмотри, какие мы блондины. Только не говори, что тебе холодно. Видишь, дело паухи, я думаю, ты сразу паухи. Ну, у него уж... Не любит мыться, пока, знаешь, возмущается, водичка теплая течет. А потом уже, знаешь, когда ножки согреваются в водичке, тогда уже... Черт возьми, тоже надо будет потом сомневаться. Ну, а вот Кристинка, не, это самое... Ой, не знаю, выписали что... ее? Насчет Кристинки я не знаю. Олег говорит, вещи собирает, там, готовится к поездке. Сегодня я так думаю, как бы планирую сделать УЗИ, чтобы посмотреть. Ну, присядем посмотреть на предмет, есть ли жидкость, какое ее количество, да. Но мы еще вчера дополнительно, я попросила доктора Альшевскую, сделали бронхоскопию, ну, чтобы исключить уже, так сказать, ателектаз и, значит, какой-нибудь слепок мокроты, который бронх закрывает мелкий. В принципе, мокроты много, мокрота есть густая, но каких-то пробок, ничего не было. И слизистая хорошая, то есть она говорит, признаков такого воспаления нету. Договорились, что, может быть, где-нибудь в конце недели мы повторим. То есть периодически это будем делать. Ну и учитывая, что так вот ему неплохо. Попробуй руками пошевелить. Что? Что можешь руками сделать? Ну, будем бороться дальше, Назин, дружище. Уназин. Нет, я говорю, уназин – это ампицилин. Ампицилин защищенный. А начать? Энтеровирусный. Ампицилин энтеро, он работает. Давайте мы заберем дедушку. В принципе, дедушку… Николай, забирайте. Мы в компьютере, потому что… Энтеровирусные дозировки, полграмма. Полграмма на стол. Два раза. Потому что это на стол. Хорошо. Кома. Нет, ну смотри. Глубокая кома и да? Без перспективы белов. А, нет, слушай, а он что-то дед. Дед, глаза открыл. О, кома, ничего себе кома. Оба глаза. Бородой шевелит. Да, он бородой дед шевелит, нормальный дед. Слушай, глаза дед открыл. С самого начала.
Вкусно? Это самое... Мед как... работает на чем пчела? Вот работает, на, допустим, на садах. Ага. Мед более светлый. Работает на вересе. Верес угу. Это в лесу растет, угу, цветет угу. Тоже. Это мед, он тоже очень лечебный, он темный мед. А я медоносные травы сажу. Фацелия, донник, клевер, огуречная трава такая. У меня ну, так и приятно смотреть, когда ну, да, работают прямо. Да. Во-первых, далеко лететь не надо, и это лечебный донник, она очень лечебный мед. Она сама трава лечебная считается. А чего один ж? Так вышло. Ну, бывает, да. Жизнь такая. Дети разбились, вот трое, дворчик и все. Ну, понятно. А моя тоже на старости лет с ума сошла. Решила меня отделить. Я говорю, ах так. Ну, сначала, знаешь, элементы воспитания идут, знаешь. Да-да-да. Закручивание гаек. Вот. Ну, я сказал себе, там, мужик я или не мужик, в конце концов. Они к старости только более ворчливые становятся, много ну, замечаний знаешь, делают. Да, да, ну, надо в этом плане к ним. А я такой человек, я холерик, понимаешь? Красота. Чем более шоколадный, это не будет вульгарно выглядеть? А? Нормально. Мне одна женщина сказала, надо банку полуторовую меда и два лимона сварить, две минуты поварить, и сок этот выжать, и в мед. И вот это поесть, иммунитет повысится, и болеть не будешь. Вот я в прошлом да. году так сделала, за эту зиму ни разу не заболела. Ни горло, слышала, ничего. Да. Вам в понедельник, да, делали? Вам в понедельник делали? Да. У вас кто-нибудь навещает, приходит? Нет. Так вот это... Никого нет. Как говорится, дочка работает, а сын работает, а все один заняты. Там в няньках мальчишку эту нянчит своего. Mm-hmm. Там. Никому в родне нету никого больше, ну, да. Чтобы ездить. Свободнее стало руки? Да. Ну, хорошо. А мне разрешение уже выписывают, да? Ну, покажи мне, какой гипс у тебя. Нигде тебе не жмет, не дает? Так тут вот. Ну, мне что-то уже тут мягко стало. Жмя. Хорошо. На ножку наступать тебе нельзя будет, да? Во сколько мама придет? Мне сестра она приедет. Сестра приедет? Во сколько? Ну, я не знаю, но после 12.
После часиков 11-12. А меня когда выпишут? На следующей неделе. Ну, надо полечиться тебе, видишь, какая рука большая. Понедельник или? Посмотрим. В понедельник снимочки тебе сделаем. Хорошо? Что, не потерпишь до понедельника? Играем еще? Два. Иди сюда. Оттяни сюда, в эту сторону. Нет, иди с этой стороны. Ушко в ту сторону оттяни, вот так ровненько, да? Что мне делать? Вот так оттяни. Вот вы так держите, да? Угу. Сиди спокойненько. Ради бога, нельзя, потому что, ну, знаете? Ой, что? Если есть... Тихо. Да не бойся, это тебе просто вытащит и все. Доктор сейчас возьмет ножничками, тихо, это все. Видите? Ну, чего ты держишь? Может, его положить лучше на бок? Нет, нет, можно. А вы видите? Да, вижу. Так, ну, просто как бы лорда возьми в нашей больнице, как бы мы можем положить под наблюдение, и тогда как бы утром придет лорд выберет. А лорд отработает 10 часов. Да, с 10 часов. Ну и вот так что, лучше немножко потерпеть сейчас, чтобы я вытащил и не ложить. То есть лучше 30 секунд потерпеть и... Сейчас мне принесут этот вот цветик маленький. Ну, просто подержим его покрепче, да, все, чтобы не зеркался. Держи. Так, значит, делаем, да, вот так вот. Так вот берем его. Вот, это так, руки, да, вот ухо, так. Ухо. Кто будет держать? Надо еще одну сестру. Да, Дима, не плачь. А ухо кто подержит? Не знаю, третьей руки у меня нет. Во-во-во, держи. Держи, Дима. О, смотри какой, видишь? О, какой. Ну все, увидишь, что ты переживал. Во, ну, на, держи, на память маме отнесешь. Ну, давай ушко помню. Сейчас тебе ушко вытрут, чтобы там, если мы вначале не поцарапали, чтобы оно зажило. Держать? Мне не надо. Вот так. Все? Все? Что надо сказать? Спасибо надо сказать. Все, поехали к маме. Спасибо вам большое за помощь.
Господин Белов! Белов! Давай глазки откроем. Давай глазки откроем и посветим глазки. Давай, давай, давай. Ну, ты меня слышишь, Белов? Язык покажи. Дедушка, язык покажи. Не слышу. Не понимаем. Да, ну, вот такой он, дедушка. Очень даже дедушка нехорош. Ну, ладно. Что делаешь, что ты делаешь? Бог нам помогает и будет помогать все. Ну, как на мое понятие, без веры человек – это тупик. Тут очень тонкие нюансы, поэтому нельзя сравнивать свою жизнь с жизнью космоса, даже с жизнью Вселенной, нашей даже. Там наша жизнь, это, прости, даже нельзя сказать, что это где-то секунда. Загадка там. Да, где-то, загадка. Что такое бесконечность там и как? Что ну, там что за звездами, что там за солнцем? Знаю, это математики придумали, это к ним, это они виноваты. Бесконечность. Вот. В принципе, что так познание... у человека душа есть или нет? Я не знаю, где она находится, вернее, я на уровне анекдота могу рассказать, где она находится. Ну нет уж, все.